Ребята, когда мои поставщики привозят на скупку виниловые пластинки, производство «Мелодия» я у них просто не покупаю, не беру. И в качестве дара даже не беру. Но вот это вот, это же Pink Floyd. Все от него обалдеют. Поэтому не удержался. Взял один у них конвертик. А тут в одном конвертике две пластинки. Итак, ребята, представляю вашему вниманию Pink Floyd. Такой вот конверт, как книжечка, открывается. Две пластинки внутри, в серединке. Конвертик весь такой, весь, потацканный, поцарапанный, затяганный временем. Время свое взяло, это мелодия. Вот написано две пластинки, штрих-код, бла-бла-бла, бла-бла-бла. И вот еще тут, смотрите, Эмми. Эмми такая вот в квадратике, как проба. И три дерева, вот одно такое крупное дерево. Он какой-то мужичок, он в красных штанах стоит. А где же эти такие деревья красивые? Ребята, вот открываю книжечку. Оп, внутри тут все походу красиво. Ничего не порвато, ничего не замацкано внутри. Смотрим так, тут вот все открывается. Подклеивать ничего не надо. И вот же они, две пластиночки. Одна выезжает на обзор. И вторая. Чик. Сейчас я все по-быстренькому покажу. Так, это первое. Апрелевский ордена Ленина завод «Мелодия». 1989 год выпуска. Так, Pink Floyd. Это она. Это она, ребят. Ну да, вот есть волоски, есть отпечатки пальцев, есть царапинки, есть пылючка. Был. Именно эта пластиночка, смотрите внимательно, максимально пытаюсь все показать со всех сторон. Смотрим, не делаем необдуманных ставок. А знаете почему? Да потому что эти все пластинки продаются с 1 гривны без резерва и без претензий и возврата. О, это вообще вот, смотри, сколько отпечатков пальцев. Все замацкано. Тоже вот и волоски есть, и пылючка, и вот даже он какая-то он точечка, ну какая-то грязючка какая-то капнула. Ну так, в принципе, ну все БУ. Так, это что у нас? Pink Floyd Live, живой. Ребят, две пластинки в одной упаковочке. Сегодня в продаже, ссылочка в описании канала. И пусть купит их, вот эти две пластиночки. Ценитель или просто перекупщик, да вообще не важно, просто переходите и купите их уже в конце концов у меня.